Всем привет, с вами Информ ТВ. Юлия Проскурякова несколько минут назад рассказала, что в данный момент ее семья переживает большое горе. Сегодня утром в Екатеринбурге ушла из жизни ее любимая бабушка. Все из-за последствий заражения коронавирусом. Цитата. «Сегодня утром в больнице от ковида умерла моя любимая баба Шура. Ей было 86. Бабушка меня очень любила. Всю жизнь проработала в санэпидемстанции. Ветеран труда и дитя войны», — поделилась Юля. Проскурякова рассказала также, что с бабушкой она успела попрощаться по телефону и говорила с ней за несколько дней до ее ухода. Бабушка при этом сыграла огромную роль в жизни Юлии. Именно она воспитывала ее в детстве. Певица также сказала, что до сих пор не может поверить, что любимой бабули больше нет. Цитата. «Это все-таки очень-очень больно — терять близких. Жутко это писать, но покойся с миром, моя любимая», — оставила певица прощальный комментарий. Под этим печальным постом поклонники оставляют слова поддержки и соболезнования. Почти каждый делится историями о том, как они сами теряли любимых и близких людей. «Мы также приносим слова соболезнования и желаем Юлии справиться с потерей, несмотря на то, что такое горе пережить довольно сложно».